Так, ребятки, всем привет. Меня зовут Руслан, мы на канале «Батя в деле». Вот, значит, все коллеги, там, подписчики, зрители просто этого канала случайные и мои друзья. Значит, вот для всех, для вас это видео. Но сложно связать основной смысл и как бы работу самого банка Тинькофф с картой Тинькофф Яндекс.Такси. То есть я ничего не придумываю. Вот она, эта карта. Я заказал ее, хотел протестить и надеялся на то, что повышенный кэшбэк будет там за бензин. И, возможно, общий кэшбэк, который у меня приходил по карте Black раньше, может быть, окажется меньше. И по этой карте будет приходить больше кэшбэка в месяц. Вдруг она такая вот прям реально крутая для таксистов, как надо. Вот, этот ролик и отзыв о этой карте я бы не хотел связывать с Тинькофф Банком, потому что я уже пользуюсь, наверное, лет 6. И даже в тот момент, когда я работал в часовой компании, у меня был зарплатный проект Сбербанк. Я всегда все деньги переводил на Тинькофф и пользовался только ей, потому что там всякие были проценты на остаток, всякие повышенные категории. И периодически из месяца в месяц приходили какие-то прикольные условия, там, образно, там, следующий месяц, там, 5% на все покупки в Пятерочке. Я такой думаю, классно, все равно ходишь, покупаешь продукты, лишний раз вот заезжаешь в Пятерочку, еще получаешь, как бы, ну, скидку, можно так сказать, да, на эти продукты в виде кэшбэка. Ну, то есть, как по мне, Тинькофф — это самый топовый банк, который сейчас есть. Если, конечно, кто-то захочет там оформить карту, я ниже оставлю ссылку, за такую рекомендацию я получу свой бонус, но это не какая-то такая реклама, то есть Тинькофф мне не платит за это просто моя личная рекомендация. Я уже всем друзьям, всем знакомым рассказывал про карту Тинькофф и советовал, ну, как бы оформить карту там, в этом банке, потому что на данный момент, мне кажется, это самый топовый банк и самая топовая карта, которая есть в России. Ладно, дальше суть какая. Кто не понял, вот эту карту можно заказать Тинькофф и Яндекс.Такси, если плотно работаешь по Яндексу, если делаешь много заказов, и эти заказы доходят до категории платины, то есть, ну, как бы выкатываешь там 10 тысяч этих неких очков и получаешь всякие привилегии специальные для водителей. Одной из привилегий является вот эта карта Тинькофф и Яндекс.Такси. И я в какой-то момент подумал, ну, надо протестить, а вдруг, правда, там какие-то будут повышенные кэшбэки больше, чем по моей карте там Тинькофф Блэк. Раньше по своей карте ежемесячной я примерно получал там 600, 700, 800 рублей. Бывает, когда вот выпадают всякие повышенные категории, типа как в Пятерочке, там бывало и 1500, и там 2000, ну и какие-то там около 3000 кэшбэков в месяц. То есть как бы банк платит мне за то, что я трачу деньги свои, да, где-то. Ну и, собственно, владею картой Тинькофф Банк, да, это, конечно, круто, то есть, ну, в других банках, там, в Сбербанке, допустим, такого не было, может быть, где-то есть условия, там, в Альфа-банке или еще где-то, но для меня Тинькофф, конечно, пока из нынешнего самый-самый. Дальше, значит, суть данной карты Яндекс.Такси в том, что можно получать повышенные кэшбэки, это 4,5% за заправку бензином, и такие же кэшбэки за фастфуды, и, ну, всякие там автозапчасти, автомастерские, если они оформлены по вот, ну, правильному коду, да, этой деятельности. Я решил протестить, а вдруг, да, вдруг будет кэшбэк и больше. В первый месяц пользования пришло там около 600 с копейками рублей, и вот сейчас вот только сегодня расчетный период, мне пришло 221 рубль. И сразу же на первых эмоциях, на первых ощущениях я решил закрыть эту карту и, собственно, отснять отзыв о этой некой привилегии. Сразу могу сказать, что смысла ее заказывать вообще нету. То есть больше, чем обычная карта Тинькофф, она приносить не будет. Вот, вот крайний месяц, получается, я потратил на бензин где-то 14 тысяч, а там на продукты, ну, допустим, 12 тысяч. И мне, собственно, не хватило 2000 рублей для того, чтобы получить повышенный кэшбэк. И вместо там 4,5% и образно там 700 рублей кэшбэк, я получил 200 рублей там вот в серии, когда все категории поменялись просто на обычный кэшбэк там в 1%. Конечно, Тинькофф супер лояльный банк. Я написал о том, что типа, что это за дела, ребята. Они говорят, ну вы не добрали чуть-чуть денег, да, но мы вам вернем этот кэшбэк там в течение 3 дней, вот это там 400 с чем-то рублей. Но сама суть владения этой карты, ну, не имеет смысла, как по мне. То есть, если, собственно, обычная тиньковская карта Black приносит больше, чем вот эта специальная
привилегированная для водителей Яндекс.Такси, приносит меньше. В целом, ну, как бы по итогу можно сказать, что вот сейчас, когда вы смотрите ролик, я уже уничтожил эту карту, ее разрезал и закрыл, потому что, ну, правда, в ней нет никакого смысла. Если кто-то в дальнейшем захочет заказывать, не знаю, мне кажется, что у человека другого отзыва не было. Мог бы быть другой отзыв о этой карте еще, возможно, ну, где-то 6-7-8 месяцев назад, когда по самой платежной системе «Привет, мир!» вот можно было получать еще всякие супер-кэшбэки. То есть, если мы заказываем какую-то карту, ну, в основном Яндекс.Такси, все идут на платежной системе «Мир», мы также регистрируемся в систему платежной «Мир» и привязываем там эту карту. И фактически там были всякие повышенные категории. Одна из таких вкусных была, что в «Перекрестке» за любую покупку начисляется кэшбэк 15%. Сейчас остались какие-то только туроператоры, и из рабочих в данный момент осталась только коммуналка, там 1% кэшбэка. Ну, собственно, это можно по любой карте «Мир» заказать, хоть даже оформить обычную блэковскую, сделать ее «Мир» и получать точно такой кэшбэк. То сейчас особых привилегий, на мой взгляд, по этой карте не осталось, и заказывать ее смысла нету. Вот. Я, конечно, для контента плюс еще хотел ей попользоваться и ожидал вдруг, что вдруг, ну, что-то будет лучше, чем предыдущий кэшбэк по обычной карте Black, но я этого не получил. То есть, в принципе, не советую ее заказывать, кто курьерку возит или кто активно работает по Яндексу. Закажите обычную карту Black и получите даже больше кэшбэка. Ну и все, в принципе, если кому-то, может быть, я не очень понятно или неполноценно раскрыл эту историю, можете в комментариях написать, я что-то добавлю, но основные эмоции, которые я хотел рассказать, вот первые, после того, как я получил крайний кэшбэк и закрыл карту, я рассказал. Если что, пишите в комментариях, всем отвечу, обсудим. Давайте, всем удачи, всем пока.